живешь в ложе правды. И именно у нас все по-прежнему. Правда и только правда. Правительство работает, говорит правду, свою правду, отличную от всего, от реальной экономики, от состояния финансовых учреждений, внешней политики. Правда в красивой обертке, в красивой форме, правда во лжи или ложь правды, кто его знает. Хотя ждем правду в почтовых ящиках, со счетами, с суммами от Финоса, Водоканала, реального состояния правды, денежных расчетов, начетов, зачетов. Ждем, ждем, ждем. Хоть капельку правды, ну хоть чуть-чуть. Именно.